Раз, раз. Угу, все хорошо. Хорошо. Всем добрый вечер. Если возможно, я попросила бы вас сесть поближе, потому что потом у нас в процессе будет такой тренинг, и вам нужно будет поверхности, где писать, и там будет задание, лучше поближе все скомпоноваться. И мы с вами давайте начнем. Времени у нас не так много. Спасибо. Меня зовут Ольга Суворова, я основатель проекта образовательного Blockchain School. Мы создаем второй год уже офлайн и онлайн курсы для разработчиков блокчейн-решений и для, так скажем, IT-менеджеров, технологических лидеров. Скажите, пожалуйста, кто-то из вас проходил ли наш курс в университете НТИ онлайн про блокчейн? Вот двое. Вы полностью прошли или еще в процессе?
процессе. А, ну хорошо, о том мы поговорим. Хорошо. Просто мы в университете НТИ доступен один из наших онлайн-курсов, это введение в технологию блокчейн. Я думаю, вы сможете при желании его пройти. Это для тех, кому... Сегодня я не буду много рассказывать технологию, только объясню принцип работы и основной его функционал технологии. И у нас потом с вами через буквально 40-50 минут будет такой тренинг, где я помогу вам на практике отработать ваши знания, полученные про технологию. И мы вместе с вами попробуем придумать блокчейн-проекты, которые помогут в дальнейшем нам изменить нашу жизнь. Для тех, кто хочет больше узнать про технологию, как все устроено, про всю эту криптографическое волшебство, можно будет в университете НТИ пройти этот онлайн-курс, либо вот указан сайт, там можно оставить свой e-mail, и коллеги вышлют вам ссылку на онлайн-курс, который сейчас он в свободном доступе, доступен на Курсере еще в том числе. Как я уже сказала, сегодня у нас будет программа наша состоит из двух частей. Первое, я кратко расскажу технологии, о ее основных свойствах, что же так популярность ее, почему она так популярна стала, что людям и разработчикам, и там криптоанархистам, и просто энтузиастам нравится в ней, почему они в нее верят. А затем мы с вами пройдем такое практическое задание. У нас будет тренинг. Четвертый тренинг, который провожу за неделю. Вот. Обещаю вам, у вас будет после этого большой задор и большое вдохновение дальше что-то пробовать, изучать дальше технологию. Ваши коллеги из Петербурга, из Москвы вчера были в полном энтузиазме, побежали обсуждать, как они на острове будут делать какой-то проект, связано с цифровым образованием. А скажите, а кто из вас едет на остров? Довольно-таки много. Хорошо. Так, давайте тогда следующий вопрос. Уже перейдем уже к теме нашей лекции. А кто знает про технологию блокчейн, хотя бы принципы ее работы? Угу. Окей. А кто вообще ничего не слышал и первый раз увидел на анонсе слово блокчейн, поэтому пришел интересно посмотреть? Нет, значит, все-таки кто-то что-то читал. Это уже плюс. Конечно же, блокчейн, произвел такой фурор и популярность благодаря криптовалютам. Криптовалюты — это, по сути, такие цифровые валюты, цифровые деньги, и в основе любой криптовалюты лежит блокчейн технологии именно сама. Но технология блокчейн не ограничивается только созданием криптовалют. Это мы с вами поговорим чуть позже. Вообще принцип работы блокчейна на примере криптовалюты биткоина. На биткоине, я думаю, слышали вы все. Появилась в конце 2008 года. В сети появилась так называемый white paper от Сатоши Накамото. White paper — это описание о том, как работает будет проект, как работает технология, как будут проходить транзакции, что это вообще из себя вся сеть и вся инфраструктура представляет. Сатоши Накамото — это неизвестный персонаж, до сих пор не выявлена личность этого человека или это группа энтузиастов. Но вот был такой документ в сети опубликован о том, что хотят сделать вот такую криптовалюту, сеть, где можно было бы вне зависимости от центральных каких-то игроков проводить транзакции, создавать потом в дальнейшем какие-то проекты. И там группа энтузиастов-разработчиков собралась, и, по сути, они запустили в начале 2009 года сеть биткоин на основе технологии блокчейн. А на сегодняшний день, конечно, биткоин все равно остается лидирующей криптовалютой, и это составляет порядка более 50% капитализации всего рынка криптовалют.
В нем ежедневно проходит порядка 300 тысяч транзакций и, собственно, обороты порядка 10 миллиардов долларов. Собственно, если говорить в принципе о криптовалютах, то, что их две основные составляющие для пользователей. Первое – это средства накопления. Многие используют криптовалюты как одно из средств инвестиционного вложения, как если бы вы вложили, не знаю, в недвижимость, в золото, в валюту, там, в доллар, в евро. И второе применение технологии – это блокчейн биткоина, это, конечно, проведение транзакций, наподобие, как вы пользуетесь Визой, PayPal или Яндекс.Деньгами. И то, что я говорила ранее, что, по сути, криптовалюта, не только биткоин, любая другая, это цифровые такие наличные, которые у вас есть в цифровом пространстве. Физически вы не имеете эти деньги, а в цифровом пространстве у вас на кошельке не имеются. Так. Но с ростом популярности криптовалют и биткоина даже, нет, биткоина, начали появляться и другие криптовалюты, их называют альткоины. То есть это все, что не биткоин. И их очень сейчас много. Кто примерно может сказать, здесь не те цифры, не ориентируйтесь на то, что тут написано, то я поясню почему. Сколько, на ваш взгляд, сейчас криптовалют существует? 500, 200, 300, 1000? Там, в какую сторону? 1500, 1200, 2000. У кого еще какие версии? Еще какие? Нет, это не совсем точный вопрос. Ой, ответ. На самом деле порядка 1600 сейчас криптовалют. Вы были правы, ближе всего к ответу. Но сейчас, это я хотела позже рассказать, у нас их очень много криптовалют появилось. Например, неделю назад на Техранче такой американский портал, который пишет о венчурном бизнесе и стартапах, в том числе и блокчейн-проектах, насчитал более 400 криптовалют, скамовских, то есть мошеннических. То есть они проверили сайты этих проектов и считают их мошенническими. Да, действительно, альткоинов уже больше тысячи, и они, каждый из криптовалют, альткоинов, она имеет под собой какой-то проект, который просто в основе имеет технологию блокчейн. Но это не только как вот биткоин, например, как средство платежа или для проведения транзакций. Например, вы наверняка слышали про проект Ethereum и его основателя, нашего соотечественника Виталика Бутерина. Он родился и детство провел в Петербурге, затем с семьей уехал в Канаду. Сейчас он человек мира, он живет то в Азии, то в Европе. И вот он очень в свое время увлекся именно биткоином, он писал в том числе статьи для одного из порталов про биткоин, и в какой-то момент у него возникла идея, как с помощью технологии блокчейн можно создать платформу, которая позволит людям, большому широкому кругу разработчиков, создавать разные приложения. И в основе этой платформы одно из его фишек – это смарт-контракты. По сути, это электронный контракт, обычные наши с вами контракты, в котором вы можете прописать условия, и которые позволяют проводить транзакции автоматически, без участия человека, банка и так далее. То есть вы с две стороны, там будет позже у нас схема с вами, одна из примеров применения. То есть можно две стороны в цифровом пространстве, заключают смарт-контракт, где прописаны условия, что одна сторона должна получить, а что другая взамен. И когда происходит поставка товара, автоматически смарт-контракт активизируется, и поставщик получает деньги. Также есть история, когда криптовалюты привязаны к проектам. Это может быть и кошелек, это может быть и биржа, это может быть и хранилище, база данных. Сейчас дальше. Это сайт CoinMarket. Вы можете себе его записать и, в принципе, посмотреть все основные криптовалюты, которые существуют на сегодняшний день.
Здесь на этом сайте представлено, там больше 1000 сейчас, но они только те, которые есть на одной из бирж, из аккредитованных крупных. И вы можете посмотреть, что здесь можно. То есть вы можете посмотреть размеры рынка, то есть капитализацию. Видите, как биткоин и, например, Ethereum. Ethereum — это вторая по величине криптовалюта у нас идет. Насколько разница даже в объеме рынка. Цена, объем торгов за последние сутки, эмиссия, сколько криптовалют, ну вот именно токенов этой криптовалют выпущено, и какие-то динамические изменения. Плюс ко всему, если вы можете перейти на каждую из этих монет и посмотреть, в принципе, ее историю, что с ней было, как она росла, как она падала. Вот. По сути, есть еще такие, ну, если вы знакомы, кто-то из вас когда-то торговал на бирже, то здесь то же самое, есть и криптотрейдеры, и криптоброкеры, и торгуют криптовалютами, меняют, играют на спекулятивном рынке. Этот рынок очень рискованный, считается даже более рискованным, чем рынок там, акций, там, потому что падение и рост, они очень бывают высокими. То есть вы можете, у вас может быть какая-то криптовалюта быть там плюс 200-300%, но внезапно в один день или там за неделю она может там несколько, там в 5 раз обрушиться. А потом может опять возрасти. Эти колебания, их, скажем так, особо невозможно спрогнозировать. Конечно, когда компания готовит какой-то релиз технического своего решения, то да, можно спрогнозировать то, что будет рост этой криптовалюты и интереса к ней. Но иногда по неизвестным причинам может быть и очень резкое падение. Ну, например, для примера, биткоин, например, в ноябре прошлого года, то есть в 2018, нет, в начале года он стоил порядка, значит, в начале 2017 он стоил там 1000 с чем-то долларов, если не ошибаюсь. Затем он начал расти. В ноябре прошлого года он составлял, его стоимость была, сейчас скажу, ну что-то порядка, наверное, 4000 долларов, или до 6 доходило, а в декабре было 20000 долларов. Ну то есть вы представляете, какой рост в 2-3 раза. Но при этом сейчас, если вы видите, это актуально, я в четверг делала этот скрин, сейчас, ну и он не особо растет, 6000 долларов становилась цена. Вот. Сейчас, конечно, все немножечко рынок приуныл, и все, кто вкладывался, ждут, чтобы хотя бы там, ну не знаю, 10000 было долларов за один биткоин, надеются. Хотя большинство, не знаю, криптоанархистов и энтузиастов говорят, что все равно там биткоин через пару лет будет стоить 100000 долларов. Да. Порядка здесь 8 и более позиций, они одинаковые тренды имеют. Потому что, да. Они все зависимые. Это так и живет этот рынок? Ну, в большинстве всего, да. Ну, то есть, там даже портфель не работает. В большинстве случаев действительно все криптовалюты, альткоины, зависимы от биткоина. Ну, то есть, если биткоин падает, все остальные тоже они падают. Зависимы. Они зависимы. Ну, то есть, вот здесь как раз, ну, то есть, есть вот такая история, что если биткоин падает, то все вслед за ним. Может быть, какая-то из криптовалют внезапно даст резкий рост. Но все равно с течением времени она выровняется по отношению к другому рынку. Ну, то есть, по крайней мере, тот тренд, который мы наблюдаем на протяжении, там, ну, вот я, по крайней мере, год слежу вот там за какими-то, те, которые криптовалюты делали там резкий скачок, да, делали там плюс 300% внезапно, а потом они все равно корректировались и идут сейчас также в унисон с рынком. Вот. Но сейчас хотя бы нет каких-то резких падений, ну, последние 3 месяца падений и взлетов. Ну, то есть рынок более-менее стабилизировался. Потому что это не самая хорошая история, когда у вас рынок то проседает, то вскачет там на несколько сотен процентов. Это интересно для тех, кто хочет вообще там посмотреть другие криптовалюты, либо интересуется именно инвестированием. Но сразу говорю, это очень рискованная история, и можно все там потерять. Если вы готовы рискнуть, то вполне да.
Теперь история тоже про основные особенности криптовалют и то, что в свое время привлекло первых энтузиастов, сейчас продолжает. То есть это децентрализованность. У любой криптовалюты нету центрального, как бы скажем так, игрока, который мог бы регулировать, например, эмиссию. То есть невозможно, ну то есть обычно у криптовалюты есть определенная эмиссия, которую они выпускают, которую они обговаривают в своем white paper. И нету, словно они не могут выпустить еще и тем самым вызвать там рост предложения на рынке. Как государство может напечатать еще деньги, и у вас там в стране начинается там рост инфляции. И там, и, соответственно, что за собой ведет рост цен. Здесь же наоборот, вы знаете точно, сколько эмиссия той или иной криптовалюты. А кто знает, может быть, сколько эмиссия биткоина? На предыдущем слайде было, но… А, нет, там было сколько добыто. Эмиссия биткоина 21 миллион токенов, ну, монет называемых. Сейчас уже добыто 17 миллионов. А добывается биткоин с помощью майнинга. Но я думаю… А? Нет, что миллион? Нет, монет. То есть у них не долларов, это монеты именно. Количество таких. Причем, кстати, вы, например, если для того… Я не буду рассказывать, но это вы можете найти там в интернете, как, например, купить криптовалюты. Там, вы заводите там кошелек, покупаете на бирже криптовалюту. И причем криптовалюту вы можете купить, например, не надо обязательно купить, например, один биткоин, да, у вас нет 6 тысяч долларов. Вы можете купить и одну десятую, и одну сотую. В общем, это не проблема. И расчеты в том числе делаются в такой. То есть не обязательно покупать одну монету, вы можете какую-то часть этой монеты купить. Следующая история, которая, ну, как мы сказали, децентрализованность плановость эмиссии, и следующий момент – это децентрализованность платежей. Когда сейчас, в настоящее время, у вас есть своя там компания, либо вы как частное лицо хотите кому-то перевести деньги, вы переводите сначала их в банк, а потом банк уже переводит пользователю, которому вы хотите перевести эти деньги. И вполне возможна ситуация, когда ваш платеж может банком быть отклонен, либо, например, налоговая там заблокирует ваш счет, и вы не сможете расплатиться с поставщиком. В мире децентрализованных решений, в том числе в криптовалютах, такой истории нет. Есть вы и есть получатель вашего платежа. Между вами нет никаких посредников. И вот дальше мы будем разбирать, как работают, формируются блоки. То есть при этом, если вы отправили платеж, то ваш поставщик, он будет видеть, что платеж прошел, и эта запись есть в блокчейне. И поэтому не может быть истории о том, что скиньте нам платежку, мы не верим, или где-то деньги потерялись. Нет, в блокчейне все записывается, все четко, и не может быть каких-то там ошибок. Так, и еще одну историю хотела бы, про особенность. Есть такой миф, что криптовалюты, что участники сети, они все анонимны. Что у вас нету, как вот, например, в банке, да, у вас в интернет-банке, в своем, либо в вашей компании, у вас там ООО «Ромашка», либо там Иванов Петров, что когда вы заводите кошелек, вам не обязательно, там, у вас не будет в кошельке там название вашей компании, либо ваше имя. Но вы должны понимать, что кошелек – это тоже ваш адрес будет присвоен. И это там комбинация цифр и чисел. И все равно это как бы будет ваш идентификатор, собственно, в этой сети. Да, вашу личность, скорее всего, невозможно будет вычислить, по сути, но это не анонимность как таковая. Все равно все, мне кажется, возможно. Так, собственно, а вот сейчас мы переходим к тому, что же такое само блокчейн и как строится вся технология. Вообще блокчейн, да, в переводе, это блок и сеть, и цепь. И сейчас вот здесь приведена один пример сети, как раз цепочки блокчейна. У вас
Почему, смотрите, у вас в одной из... Вы или другие пользователи делают транзакции. Эти транзакции собираются в один блок, записываются, и название этого блока обязательно должна быть ссылка на предыдущий блок. Только тогда у вас эти блоки, получается, становятся друг за другом. Образуется такая цепочка. Для чего это нужно? Ну, как бы, почему именно цепь? И почему верят, что вот, возвращаясь к вопросу о том, что нельзя подделать, и можно посмотреть. В тот момент, когда кто-то захочет поменять, например, какую-то из транзакций или информацию здесь, тогда вся информация в этом блоке будет переписана. И, соответственно, этот блок будет считаться новым. И уже ссылка на страницу будет другая. И в итоге цепочка, ну, как бы она разрушится. Поэтому в блокчейне, если что-то записано и уже стоит в цепочке, то это нельзя изменить. Нельзя поправить вот этот блок. То есть его можно переписать, записать заново, сделать новые там транзакции, новые записи или что-то другое. Да, у вас вопрос был? Да, конечно. Ну, это да. Да, ну вы, да, ну, например, в сети биткоина практически невозможно сделать атаку 51%. Ну, да. Да. Да, есть такая история. Мы сегодня, ну, это есть в рамках курса, я не планировала сказать. Ну да, это возможно изменение, возможно, но это атака 51%, у вас должно быть 51% мощности сети. Практически, ну, в сети биткоина это невозможно, в сети Ethereum тоже. Хотя был прецедент, когда в сети Ethereum была какая-то история, когда деньги взломали из сети, были вынесены, я не помню точную историю, в общем, там было связано с кражей, со взломом сети и кражей каких-то денег, и в итоге там команда Виталика Бутерина приняла решение откатить и как бы вернуть эти деньги обратно. И тогда произошел, кстати, раскол сети Ethereum. Сейчас есть Ethereum и есть проект Ethereum Classic. То есть Ethereum Classic, они работают с предыдущей версией, как, ну, вот блока, когда сети, когда была та транзакция, которая увела деньги. Ethereum они поменяли. А сеть биткоина никогда не была еще, по крайней мере, еще не было истории, чтобы ее взломали. И оттуда именно сеть биткоина. Другие криптовалюты, да, есть истории, когда вскрывают, есть истории, когда взламывают биржи. Но сеть биткоина еще пока что в истории не было случая, чтобы ее взломали, украли оттуда деньги и так далее. Вы можете сами посмотреть, что происходит в сети биткоина, скачав ее себе полностью на компьютер. Вы можете смотреть, как формируются блоки, какие транзакции туда записываются, что от открытой информации. Это как раз одно из преимуществ децентрализованных решений. То есть любой пользователь может в себе установить сеть и смотреть, что происходит в ней. В том числе вы там можете в перспективе там заниматься майнингом, если это вам интересно. И за то, что вы будете вот эти транзакции, которые формируются в блоке, записывать их в блоке, вот подписывать вместе с другими майнерами, вы будете получать вознаграждение. Сейчас большинство майнеров у нас располагается в Китае, а в России, если не ошибаюсь, это Якутск, Сибирь, потому что дешевая электроэнергия. Майнинг происходит в принципе, вы даже на своем компьютере можете заниматься майнингом, и на самом деле некоторые есть даже плагины, когда сайты разные майнят с помощью вашего компьютера. Вы заходите, особенно если вы можете обратить внимание, когда вы заходите на какой-то сайт, у вас очень активно начинает работать ваш там ноутбук, либо ваш системный блок. Возможно, что какой-то стоит на сайте плагин, и пока вы там ходите по сайту, они с помощью вас ваши мощности используют для того, чтобы ну, найти блок, подписать его и отправить в блокчейн. Но это, ну, на самом деле, с помощью там одного своего компьютера вы вряд ли сможете на майне даже один биткоин, не знаю, за какое-то энное количество лет. Для этого используется специальная
видеокарты. Они обычно закупаются там в Китае. Вот, нет? А где? А что Бальпитко? Ну, а айсики, подожди. Для майнинга биткоина используют айсики. Айсики — это специальные устройства, которые заточены под работу, под расшифровку алгоритма, на котором построен биткоин. Альткоины потихоньку, их алгоритмы шифровки тоже взламывают. Тот же лайткоин и остальные альткоины, они тоже постепенно будут взломаны, и видеокарты перестанут быть эффективными. Да, вот. И там, например, те, кто зарабатывают на майнинге, у них целые фермы, огромные территории, там снимают. Ну, в Москве, например, один из бывших заводов, там целый цех оборудован под ферму для майнинга. В Китае целые города служат, ну, тоже заводы, складные помещения оборудуют для того, чтобы поддерживать эту ферму, которая, собственно, занимается майнингом. Вот. Так, нет, я в другую сторону пошла. Ну, про это мы уже говорили, что блокчейн — это основополагающая технология в криптовалютах. Так, ну, если говорить про… Сейчас уже мы начинаем потихоньку приходить к применению, то есть есть еще такое понятие, как публичные и приватные блокчейны. И приватные блокчейны, они в основном разрабатываются для использования, например, в межбанковских операциях. Есть разные объединения, консенсусы в мире, которые разрабатывают новые стандарты, которые помогут там банкам использовать технологию блокчейн и оставаться, потому что вполне вероятно, что когда может быть технология быть настолько там популярна среди пользователей, что у банков не останется места, потому что вы сможете сами напрямую работать со своими деньгами, вам не нужен будет посредник. Ну и сейчас он тоже, если вы активный пользователь криптовалют, то он вам не нужен, но в большинстве случаев все равно мы говорим, что мы все работаем через банковскую систему. И банки сейчас пытаются тоже придумать какие-то решения, которые помогут им в будущем остаться на плаву. И еще одна история, что правовой статус самой технологии, он независим от криптовалют. Криптовалюты там могут быть где-то, там, не знаю, запрещены или как-то регламентированы, но в основе технологии, которая там есть, о том, что мы сейчас вот рассуждали про то, как формируются там блоки, это не правовой статус, ну, как бы они не могут быть, то есть это просто технология, которая обслуживает криптовалюты. И когда вам говорят, что блокчейн вне закона, это не так. Криптовалюты могут быть вне закона, не знаю, ICO может быть вне закона, еще что-то, а сама технология нет. Ну, и она вполне признается, в России в том числе многие банки пробуют использовать ее и делают пилоты на государственном уровне. Пока что, честно скажу, что нет какого-то решения, которое бы работало, ну, на постоянной. Ну, то есть вот сделали пилот и внедрили, оно сейчас работает. Нет, пока что это все на уровне пилотов, их много, но, к сожалению, пока такого повсеместного использования нет. Так, ну, про проблему мы с вами чуть-чуть уже поговорили, то есть о том, что по сути блокчейн позволяет вам фиксировать ту или иную информацию о себе, и вы можете, вам не нужны посредники в этом, вам не нужен, там, не знаю, записать, если вы там записываете информацию, там, например, как здесь пример с квартирой, да, приведен. Что о том, что вы владеете какой-то квартирой, недвижимостью, есть запись да, там, в ГРП, в Росреестре, но, например, пропала эта база данных, что случилось с сервером, все, по идее, ну, вы не владеете тогда, получается, этой квартирой. Да, через суды, через все остальное вы сможете доказать, вот, что это ваше имущество,
Вывка потратит какое-то время. Сейчас, кстати, в России пробовали первый там Росреестр, пробует делать пилот как раз реестр недвижимости на блокчейне. С Внешэкономбанком у них есть такой пилот. В Грузии и на Украине тоже делали подобные пилоты с компанией Bitfury. И, в общем, основной, наверное, вопрос, ну, то есть основной ответ на вопрос, почему же там блокчейн стал так популярен, произвел такой фурор, это все-таки то, что люди поняли проблему доверия к третьей стороне. То есть вам не нужно здесь никакие посредники, за все зависит от вас, там, и от вашего и второй стороны, которая с вами. Так, ну это... Да. Да. А вот в России сейчас это возможно? Ну, грубо говоря, если открыть магазин и принимать платежи в криптовалюте, это возможно? Это мы чуть позже поговорим, есть такой слайд, и мы с вами поговорим, что я вам скажу, как обстоят дела сейчас в России. Так. Это о том, что мы говорили, еще раз, как выглядит централизованная сеть и распределенная сеть. Как видите, у вас, если распределенная сеть, у вас нет третьей стороны или посредников. У вас все операции, транзакции или обмен документов происходит напрямую. А вам не нужны никакие финансовые регуляторы. Так, а это еще нужно оставить? Да, давайте. Но я, в принципе, думаю, что организаторы потом вам отправят эту презентацию. По участникам вы же регистрировались. И ну, это мы уже с вами уже говорила. Я озвучила, что блокчейн дает возможность неограниченному кругу лиц проводить сделки без участников центрального эмитента. И как раз был вопрос, часто задают. И мы его даже отдельно вынесли на презентацию. Почему тогда не придумали это раньше, да? Вот. Но блокчейн позволяет решить проблему, только с помощью блокчейна была решена проблема двойных трат. По идее, вы скажете, зачем мне блокчейн? В принципе, я могу и так проводить какие-то там обмен какими-то ценностями с другими пользователями. Зачем мне блокчейн нужен? Ну, например, мы сейчас говорим именно про цифровое пространство, не про физическое, не про то, что вы пришли в магазин там или с другом, вы ему дали наличные, а получили там, не знаю, брелок взамен. Мы немножечко сейчас про другое. Мы когда говорим, когда мы в цифровом пространстве, мы не видим друг друга, и мы производим какой-то там обмен, хотим произвести, купить какой-то товар или услугу. Вот сейчас, смотрите, пример. Ну вот как у нас в физическом мире, например, у нас есть какое-то изображение, мы сделали фотографию, это уникальное. Раньше, например, когда вы ну, продавали эту фотографию, вы передавали эту фотографию человеку и собирали там деньги. Сейчас, например, вы говорите, продаете его в цифровом пространстве и говорите, вот фотография, она эксклюзивно будет на ваших, ну, на ваших правах, вы можете использовать. Заплатили за эту фотографию, ваш пользователь, вы ему отправили, а потом появился еще один покупатель, и вы думаете, почему я не могу продать ему? Тот же не узнает, ну, например, с другой стороны, и продаете второй раз это изображение, например. И это и есть проблема двойных трат. Ну, то есть одно, когда у вас два раза, вы можете там что-то продать. В блокчейн же это можно исключить, эту историю. Потому что все транзакции, история платежей, она проходит, записывается. И человек, ну, вторая сторона, который там, второй пользователь, который, или кто-то купил, или тот, кто хочет купить, например, что-то либо у вас, либо он может посмотреть в блокчейне, действительно это так было или нет. И там все фиксируется, и можно сеть посмотреть. По сути, блокчейн представляет собой такую бухгалтерскую книгу, где записаны все операции. Ну, это простой пример, который все приводят для того, чтобы объяснить, вот, что такое блокчейн. Все операции, которые проходят, и какие были транзакции, операции и так далее.
И это история про то, что нет, ну как бы опять мы возвращаемся к истории с доверием и то, что вам не нужны посредники. Так. Вот, а то, что я озвучила, то, что у вас любой пользователь сети может посмотреть блокчейн, всю сеть и увидеть все транзакции, которые были, и историю переводов. Так. Так, так. Ну, это уже мы с вами, опять возвращается схема формирования блоков. Дженнис — главный блок центральный, затем за ним все остальные. Как они связываются между собой? Это мы объяснили с вами, обсудили. Это вот история, если вот в одном из блоков произошло то, что объясняла, например, захотелось поменять информацию, и как меняется весь вся цепочка в сети, блок, вот, вся цепочка начинает рушиться, потому что у вас меняется подпись, название, ну, подпись блока. Так. Это все про технологию общее. То, что нам понадобится сегодня. Так, подождите, я ушла вперед. Не туда, не туда, не туда, не туда, не туда. Сейчас, минута. Так. Мы переходим ко второй части. Мы сейчас будем говорить про свойства и сферы использования. Зная там уже какую-то теоретическую базу у технологии, мы сейчас попробуем с вами рассматривать разные кейсы, а затем в третьей части будем вместе с вами придумывать новые проекты. Так, это основные свойства технологии блокчейн, которые можно вынести, которые бы хотелось бы, чтобы там, вы знали и могли этим оперировать. Но нам пока нужно с вами только то, что это неизменность базы данных, что есть консенсус в основе криптовалют. Это то, что это открытый код, и всегда можно посмотреть, что происходит в сети и какие есть там записи. А это история о том, когда спрашивают, зачем нам нужен блокчейн-проект, если по сути есть такой же, но обычный интернет-проект. По идее, да. То есть в большинстве случаев блокчейн-проекты — это не панацея, не что-то сверхъестественное. Наверняка проблему, которую решает блокчейн, уже решается другой технологией. Это всегда практически так есть. Но вопрос в том, что блокчейн в большинстве случаев — это более низкие затраты. Это всегда открытый код и открытая команда, которая занимается разработкой того или иного проекта. И в большинстве случаев блокчейн-проекты все-таки, которые там и в мире, там, и в России, они задумываются на глобальный рынок и не работают именно на локальный. Потому что сейчас сферы применения очень большие, много где можно применить эту технологию, поэтому, конечно, стараются пробовать свои силы на глобальном рынке. Если вы на самом деле посмотрите какие-то ну, популярные, не знаю, там даже хотя бы 300 блокчейн-проектов вот, с того же CoinMarket, откройте их сайты, посмотрите команду, я думаю, наверное, в ну, 60%, ну 40-60% где-то так, я не могу сказать, в этих командах будут русские, ну или русскоговорящие, там ребята из Минска, либо с Украины, потому что большинство, очень много русских, кто занимается разработкой блокчейн-проектов. Видимо, вера в то, что возможно быть демократией в стране и в то, что можно управлять своей там, жизнью с помощью там, того же блокчейна. Так, ну это мы с вами уже тоже рассматривали децентрализованные центральные системы. Мы не будем, наверное, сейчас нам это не так интересно, мы сейчас это не будем так рассматривать. И сейчас одна из, поговорим, разновидность блокчейн-проектов, точнее, как они развивались. То есть когда появился у нас биткоин, и
первые криптоальткоины, то есть в основном они все работали на то, что они были средствами платежа, помогали проводить транзакции и там какие-то, не знаю, системы лояльности разрабатывались на базе этих криптовалют. Затем в дальнейшем с ростом сети, с развитием технологии началась история о том, что появились и другие применения, пилоты уже, когда начали других финансовых операций создаваться проекты. Это долговые обязательства, акции, право собственности. Затем уже сейчас, на сегодняшний день, уже даже есть пилоты и в страховании. Ну и в будущем, и сейчас уже есть пилоты, но они совсем зародышем в состоянии. Это в образовании, в медицине, в промышленности, в логистике. И вот здесь, видите, например, если мы говорим сейчас, там, даже на сегодняшний день, про проекты, которые связаны там, с переводами, платежами, это уже они насчитывают порядка миллиарда пользователей. Но, например, те же проекты, пилоты в медицине, это пока можно говорить только о сотне тысяч пользователей. То есть я хочу показать вам, насколько, ну, то есть еще слишком, скажем так, молодая технология, и только разработчики пытаются первые шаги делать для ее там освоения и попыток внедрения в жизнь. Здесь еще есть история, когда не какие-то проекты разрабатывают решения, да, там мы до этого с вами все время говорили про какие-то там, наверное, больше проекты, стартапы, а есть и корпорации, которые работают в альянсах над внедрением в своих бизнес-процессах, бизнес-процессах своих партнеров, клиентов. На сегодняшний день это два крупных альянса. Это Ethereum Альянс и Hyperledger. Ethereum Альянс работает на платформе Ethereum, и основные там двигатели — это там Microsoft, Deloitte, Cisco, и они в том числе и в России активную деятельность ведут. А вторые такие крупные альянсы — это Hyperledger, там основной разработчик, но там у них свой блокчейн, то есть это приватный блокчейн, это IBM и Intel, они основные разработчики. В России это IBM. Кстати, можете посмотреть, ну, кому интересно, кто работает в корпорациях, можно много в сети найти на Хабре, либо на YouTube какие-то записи митапов по Hyperledger, послушать, именно когда визионеры рассказывают про эту сеть. Возможно, вам будет интересно и подумать про внедрение в вашей там компании, что они делают именно такой, чтобы можно было с помощью них проще и легче внедрять технологию. Это приведены примеры у нас, какие возможны блокчейн-пилоты в той или иной сфере. Сейчас, наверное, самые такие, там, мы вынесли их, на самом деле, я думаю, больше, но мы, коллеги из Cyberfund, которые помогали нам делать эту презентацию, то есть выбрали 6 направлений. Это финансы, ну это самое очевидное, наверное, госуправление, образование, медицина, логистика и энергетика. Ну и там промышленность какая-то. Ну давайте, например, какой-нибудь из примеров разберем. Ну, например, образование. Возможно, создание какой-нибудь базы реестра диссертаций, работ там, студентов, например, дипломных, их работ, работы, диссертации, запись, где будет весь реестр содержаться, и можно будет посмотреть, кто, когда, какие работы писал. Также у научных сотрудников есть история с тем, что они публикуются в разных статьях, в разных журналах свои статьи, и у них сейчас история с цитируемостью. То есть для того, ну, другие ученые могут цитировать их, а автор вот первоначальной статьи, они там получают вознаграждение. Например, может быть реестр каких-то таких публикаций. В медицине это может быть как ваша, например, индивидуальная карточка. Страховая компания, например, ну, один из пилотов, давайте разберем. Например, страховая компания создает вместе с медицинским центром вашим или там поликлиникой вашу медицинскую электронную цифровую карту, где записаны там ваша история болезни, ваши там
группа крови, реакция на те или иные препараты, аллергии и так далее. И, например, да? Получается, вот эти тигры, например, точнее, блок, сам пользователь, который создан, как будто блок? Ну да, вполне возможно. То есть это зависит от того, как придумают. Ну то есть да, вполне возможно, что у каждого пользователя будет свой блок, где будет содержаться информация о нем. И, например, вы едете куда-нибудь отдыхать, и вам нужно вызвать врача. И страховая, ну, и по, там, по разрешению, например, вашему и страховой компании, врач, который выезжает к вам на прием, получает там уже в процессе поездки доступ к вашей электронной карте и видит, какие там, какие у вас есть аллергические реакции, что с вами может произойти, что вообще возможно, почему состояние. Когда он уже приезжает к вам, он знает, что примерно о вас какую-то историю, что существенно может упростить его работу и помочь там спасти вашу жизнь или помочь там в какой-то трудной ситуации. Ну, это один из примеров, который там я могу привести. Я думаю, про финансы мы не будем разбирать, потому что и так понятно, что это, по сути, все операции, которые там делает банк. Кстати, может быть, и история для финансов – это когда идентификация пользователей там, для получения кредитов или получения каких-то там проектов. Так, вот еще слайд. Ну, вы, наверное, все-таки, когда вам отправят, вы сможете посмотреть эти проекты, загуглить в той области, которая вам интересна, посмотреть, чем эти проекты занимаются. То есть это уже на сегодняшний день существующие стартапы, которые пытаются решать в той или иной области какие-то проблемы с помощью блокчейна. Так, идем дальше. А вот этот интересный слайд тоже от наших коллег из Cyberfund. Капитализация блокчейн-рынка, ну, там, с 2013 года. Как видите, ну, то есть более-менее стабильно было там 4 года, а потом резкий рост. Как вы думаете, почему такой был резкий рост в 2017 году? Если кто-то давно, может, кто-то давно, да. Ну, один из, да, примеров. Почему стал блокчейн так популярен? Почему все о нем заговорили? Что это было вызвано? Мнение курса традиционных валют. Возможно, да, но основное было другой скачок. Почему все узнали про блокчейн? Кто? Информация? Да. Просто все поверили в историю под названием из трех букв ICO. То, что вы, это по сути ICO, это краудфандинг только на блокчейн. Да. Это был большой мыльный пузырь. Все поверили, что с помощью краудфандинга на блокчейн, из-за того, что блокчейн, там, вы, например, даже инвестируя в какой-то проект, можете видеть до инвестирования, что они делают, как они это хотят делать, потом следить за их работой. Очень многие поверили в то, что это может действительно как-то сработать и помочь там, заработать деньги, вложиться. Те люди, которые там хотели до этого вкладываться там, в классические стартапы, но не имели доступа или достаточно средств, или недостаточно информации, здесь поверили, что они смогут, даже имея небольшую сумму денег, с помощью там, ICO вложиться в разные стартапы и получить выгоду. Как я говорила, там, когда криптовалюты выходили там, после ICO на биржу, они могли там, делать 300-400% роста. Вот. И действительно, кто-то на этом заработал, и это был очень большой бум в прошлом году. Ну, по крайней мере, в Москве, ну и в регионах я видела, что очень много митапов проходит. Но в Москве у нас прям каждый день по несколько митапов. Все ездили, собирали деньги. Но сейчас уже идет постепенно, действительно спад, потому что многие команды, как мы уже ранее говорили, закрываются, не могут реализовать то, что запланировали. Многие остались из-за мошеннических каких-то схем без денег. Разочарование идет потихонечку. Поэтому сейчас рынок, скажем так, стабилизируется. Но ICO все равно продолжает быть. Сейчас мы тоже проговорим немножечко про правовой статус ICO.
А теперь регулирование в сфере криптовалют. Например, вот недавно было, ну, в Америке уже давно, сам Америка одна была из первых, кто начал вообще на криптовалюты рассматривать, и для них это имущество для целей налогообложения. Они признают криптовалюты, и криптовалюты подлежат налогообложению. Давайте потом из последнего, это в Германии, признали криптовалюты как средство платежа, то есть вы можете расплачиваться криптовалютой, например, в интернет-магазинах. То есть официально это можно произойти. Вообще, в принципе, настроить это можно. Есть в сети несколько, ну, можно найти информацию о том, как это сделать. Это действительно есть посредники, которые помогают вам, ну, как продавцу интернет-магазина, прикрутить, как тот же PayPal, прием именно в криптовалютах денег. Вот. Единственный момент, что в России пока правовой статус криптовалюты, он не определен. В настоящее время только в первом чтении был принят законопроект. В сентябре будет второе заседание. И там криптовалюта будет признаваться как актив, и она подлежит, тоже будет подлежать налогообложению. Майнинг будет признаваться предпринимательской деятельностью. А инвестированием в ICO могут заниматься только профессиональные инвесторы. Это специально компанию с уставным капиталом, если не ошибаюсь, больше там, 10 или 100 миллионов рублей. То есть у вас будет, вы не сможете в России, нельзя будет уже там, инвестировать законно в ICO. Сейчас нет запрета, но и нет разрешения. То есть правовой статус криптовалюты и ICO он пока не определен. Хотя есть прецеденты, когда недавно было дело о том, что компания банкрот, и управляющий в суд подал, чтобы криптовалюту владельца вот этой компании можно было использовать при погашении задолженности в рамках банкротства. И суд дал добро, потому что можно погасить часть задолженности криптовалютой. Из таких более позитивных, скажем так, законопроектов мировых, это считается Белоруссия, потому что они всячески придумывают разные истории для того, чтобы удержать IT-сообщество внутри страны. У них очень большая миграция, у них очень умные и талантливые айтишники. Они очень много куда уезжают, в Европу и в Америку. И вот сейчас, например, там, в Беларуси тот законопроект, который они, как сказать, разработали, и, если не ошибаюсь, он просто ждет подписания, в принципе, он как они его приняли, это у них есть, да, криптовалюты признаются, у них можно лояльное отношение к ICO, можно инвестировать, у них можно заниматься майнингом, причем для майнинга у них это налогооблагаемая предпринимательская деятельность, но они дают какие-то налоговые каникулы. Ну, то есть в течение там, 5 или 10 лет, занимаясь майнингом, вы не платите налоги. Ну а потом уже спустя это время там, вы уже платите со своей деятельности. Вот. Все документы в российский законопроект вы можете найти в Яндексе, просто забить там, законопроект о криптовалютах. Ну и то же самое с Белоруссией. Ну, то есть они наиболее близки. Вот. А в настоящее время, если говорить про блокчейн-проекты, они в большинстве случаев регистрируются в Швейцарии, либо в Сингапуре, и еще на где-то, не могу привести, какая еще страна, потому что там самое лояльное отношение к блокчейн-проектам, и они могут работать с криптовалютой, менять их там на фиатные деньги. Вот, потому что на большинстве блокчейн-проектов платят именно в криптовалютах. Просто работают с банками, которые позволяют выпускать карты, ну, у тебя на счету криптовалюты, но которые конвертируются в обычную валюту, ты можешь с ней расплачиваться. Вот. Так. Это про ICO. Ну, вот то, что мы тоже уже, я это проговорила, про Беларусь. Ну, кстати, Россия идет немножечко по модели США, наверное. И несмотря, кстати, на то, что раньше очень много инвесторов было из Китая в ICO, потому что они в свое время очень дешево закупили, во-первых, биткоины и очень много намайнили.
но в прошлом году это было, в прошлом году они запретили любой китайцам инвестировать в ICO, вот. И если не ошибаюсь, они создают свою платформу для инвестирования. Ну, они все делают, все в Китае, чтобы все должно быть именно государственное, социализм, у них все свое, свой Facebook, свой WhatsApp. Поэтому у них своя будет, скорее всего, и платформа для инвестирования. И компаниям надо будет регистрироваться в Китае, и только после этого они смогут проводить ICO на территории Китая и собирать инвестиции с китайских пользователей. В Китае очень много, ну, мы уже обсудили, что у них очень много, 6% биткоинов намайнено. И теперь мы переходим к третьей части нашей презентации. Она будет у нас как раз, сейчас мы уже не будем говорить, наверное, про блокчейн больше, а больше будем говорить именно, как рождаются идеи проектов, которые помогают нам решать те или иные задачи. Прежде всего, если говорить про идеи, то идеи — это потребность и решение. То есть вы, когда придумали какую-то идею, вы увидели потребность у рынка в ней и придумали, как ее решить. Сейчас вот следующий слайд нам поможет как раз один из примеров. Какую потребность решает представленные напитки на слайде? Какую одну потребность они помогают решить? Да. Но при этом у каждой из этого напитка есть еще какая-то дополнительная ценность, которая дается пользователю. Если ты просто хочешь пить, ты там выпьешь простой воды. Если тебе еще хочется взбодриться, то ты, наверное, купишь либо кофе, либо какой-то там энергетик. Но при этом ты тоже утолишь жажду. А если ты хочешь что-то насладиться, то ты пойдешь, не знаю, в какую-то кофейню, купишь там напиток с любимым ароматом и еще и насладишься им. А те, кто верят в маркетинговые истории, купят более дорогую там воду, которая там в 5 раз дороже или в 10, чем обычно там какой-то святой источник, ну, потому что они верят, что с помощью нее они могут стать моложе, или это показатель их престижа и успешности. А на этом слайде приведены примеры, как разные бренды мировые помогают удовлетворить те или иные потребности. Давайте возьмите любой из брендов и скажите, какую потребность они решают. Да. Тут можно взять самое чистое. 100% работает WhatsApp, проблема связи. Хорошо, давайте еще. Да, вы можете. Да, верно. Уважение, да. Ага. Ну да, и средства платежа, то есть помогает вам производить плач. Давайте что-нибудь попроще, например, там, Zara, например, что, какую потребность она решает? Ну да, Zara позволяет людям модно одеваться, при этом платить небольшие деньги, потому что Zara масс-маркет, и она только, как только какая-нибудь коллекция там кутюрного дома выходит, через месяц уже похожие модели, не такие же, но похожие по фасону и по тканям, ну, по расцветке, уже есть в Заре. Они быстрее выпускают коллекции, чем какой-то кутюрные и люксовые бренды, но при этом они помогают там выглядеть стильно. И каждая из этих компаний в свое время просто нашла потребность у рынка и предложила наилучшее решение ее. И поэтому там они считаются успешными и известны во всем мире. И на самом деле мы, когда говорим про удовлетворение потребностей, мы всегда возвращаемся к вот этой истории. Кто знает, что это такое? Да, это пирамида Маслоу. Прежде всего, всегда человек удовлетворяет свои физиологические потребности. Это его нужда, не знаю, там, в жилье, в питье, в еде. А потом уже он уже начинает дальше по этой лестнице удовлетворять другие свои потребности. И когда вы придумываете какой-то проект, вы должны точно понимать, на какой из этих ступеней ваш проект находится.
потому что это зависит в том числе и размер аудитории. Если вы помогаете удовлетворить какие-то физические потребности, то ваша там аудитория может быть миллиарды людей. Но если мы говорим, что вы даете людям, не знаю, там, какую-то историю про духовную и там, самореализацию, там, самопознание, то круг таких людей, он как бы сужается, и это уже может быть счет быть на тысячи людей. Это для тех, кто хочет, планирует создавать свои проекты. Вообще, почитайте ее, если вам интересно. Это очень про каждую эту ступень написано. Это очень помогает при создании проектов понять, какую потребность вы можете удовлетворять у своих пользователей. Когда мы с вами говорим про генерацию новых идей, создание проектов, мы должны еще и не забывать про какие-то глобальные тренды, которые существуют в мире и которые идут. Вот сейчас, вот здесь на слайде приведено то, что нас ожидает к 2045 году. И вы уже сейчас, наверняка, многие из вас могут наблюдать тренды. То есть сейчас идет старение населения, то есть людей старшего возраста становится больше, и продолжительность жизни она увеличивается с каждым годом. Наша экономика, ну, мировая экономика смещается на восток. Все больше вы видите, что азиатские страны создают проекты или там снимают лидирующие места в тех или иных областях экономики. Мы наблюдаем рост благосостояния населения постепенно. Ну, мы говорим, что там, мы стали лучше одеваться, да, или как? Это, в принципе, мировой тренд, что рост просто среднего класса и более богатых людей, он увеличивается. Вот. При этом... Ну, конечно, конечно. Мы приходим к тому, что у нас постепенно становится, мы приходим к урбанизации, то есть планируются города иначе, то есть более умные города с современными средствами получения там, электроэнергии или более удобные и функциональные. Мы приходим к тому, что у нас идет истощение ресурсов, поэтому сейчас очень популярны альтернативные способы получения там, электроэнергии, воды. Особенно это актуально для африканских стран, потому что у них есть большая проблема с водой. Изменение климата. Мы постепенно движемся к тому, что даже в России, ну, я не знаю, как в Томске, но в Москве мы наблюдаем, что у нас смещается немножко времена года. У нас зима начинается в январе и заканчивается в апреле. Ладно, я сегодня прилетела, было вполне тепло. Вчера было лето. А я, когда собиралась, смотрела, тут плюс 30. Думаю, боже мой, куда я лечу? Неужели такое возможно? Ну и постепенно у нас из-за того, что у нас с вами постоянно появляются новые технологии, новые какие-то инновационные решения, то технологический прогресс в дальнейшем будет еще больше влиять на нашу жизнь и помогать нам там жить проще и лучше. А вот это пример, это вот сейчас вы на этом слайде представлен традиционный процесс купли-продажи. Есть продавец, есть покупатель. Они составляют договор, в договоре прописывают цену, когда, количество и все. Затем они начинают уже после подписания там, договора, когда проходит оплата, им нужны разные там, посредники в виде банков, в виде обмена валют и там, логистики, да, тут компании, которая доставит, собственно, этот товар. То есть это вот такая схема сейчас у нас с вами работает в большинстве случаев. Те, кто работает в компании. Как с помощью блокчейн в перспективе будет выглядеть эта схема? То есть у вас, вы заключаете договор на поставку, там, смарт-контракте, где прописаны условия, все платежи у вас проходят в блокчейне, и доставка товара, ну вот, например, вы заключили там, на поставку какого-то оборудования. Когда поставщик это оборудование отправляет, например, это может быть там, на коробке какой-то датчик. И в вашем договоре прописано,
что в тот момент, когда товар там, пересечет границу там, государства или там, какого-то помещения, там, да, то после этого поставщик только приведется в активацию смарт-контракта и уйдет платеж, и поставщик получит свои деньги. Вот. Это вот один из примеров того, как, может быть, блокчейн поможет нам избавиться от банков, от обмена валют и так далее. И, от и вот этих согласований с логистикой, что заплатили, потом вы с логистической компанией решаете вопрос, как будет доставлен, ждете доставку и так далее. А здесь у вас все прописано, и как бы все, весь механизм работает в такой схеме. Так. А теперь мы приходим к самой генерации. Что у нас с вами есть? Когда мы, продуктовая вообще генерация, когда мы придумываем новый проект и опять говорим об удовлетворении потребностей, мы можем тут они разделять на несколько подтипов. Вы можете подобрать какую-то новую комбинацию. Когда вы видите какую-то потребность, она, да, действительно решается как-то, но вы знаете новый способ, более интересный там, или более совершенный. Вы можете просто, в принципе, исправить то, что вас раздражает в той или иной там, проблеме. Это другой вид генерации. Вы можете упростить и удешевить то, что уже сейчас есть. Ну, это из основных то, что говорят там, про блокчейн. И последнее – это локализация инноваций. Это вы когда берете какую-то инновацию, например, на каком-то рынке локализуете. И когда вы создаете свой проект, вы прежде всего думаете, что вы делаете, должны ответить на три основных вопроса. Что вы делаете, для кого вы делаете и зачем вы это делаете? Какое преимущество вашего решения перед другими либо аналогичными, либо точно такими же решениями? Почему именно вас должен выбрать потребитель? А вот эта схема, она показывает идеальную картину, как работать с идеями. Мы сейчас с вами дойдем, вот, наверное, до зеленой линии. И вы сейчас мы вернемся к этому слайду в самом конце. Вы увидите, как из моря идей в процессе обсуждения и выборов можно выбрать наиболее приоритетные бизнес-идеи, с которыми можно в дальнейшем работать и думать над созданием проектов. А теперь у нас первое задание. Сейчас вам, я сейчас раздам листки, вам нужно индивидуально каждому написать 5 идей проектов с применением технологии блокчейн. Это может быть любые. Пусть даже вам, они могут быть даже там существовать, как вам кажется, на этом времени, могут не существовать. Вот вы, исходя из того, что мы сейчас обсудили немножко про технологию, ее основные свойства и то, что ее привлекает, вам нужно придумать какие-то 5 идей, которые помогут в дальнейшем нам решать проблемы. Сейчас. Да. Ну, давайте я верну вот на этот слайд. Да. Безопасность. Это у вас нет посредника. То есть вы напрямую работаете с это упрощение. Это достоверность информации. Ну, то есть у вас информацию нельзя подделать и вы ну, исказить, да. То есть, ну, это из основных, наверное. Но опять-таки это, ну, и это более ну, низкие затраты. То есть те же говорили. Может быть, сейчас давайте для простоты, может быть, вам вот этот могу оставить слайд. Поможет? Сейчас я вам раздам листочки, если кому нужны ручки тоже. Так. Так. Угу. Пять идей, да. Пишите все, что пока что на данный момент. Не думайте, возможно, это нереально, а просто напишите. В дальнейшем мы с вами проработаем эти идеи, и вполне возможно, те, которые вам казались совершенно бредовыми, окажутся нереальными.
Поясните. Здравствуйте. Ручку или карандаш лучше? Без разницы, как вам удобно. Вы? Вы будете писать? Так, ручка у вас есть. Так. А что придет в голову как раз? Вы же... Вы будете? Вы работаете? Мне кажется, лучше другой карандаш взять, вот этот.
скажу сейчас заключительное слово, и мы закончим. Сейчас мы в группах начнем обсуждение. Вот. А те, кто смотрит нашу трансляцию, вы пропустите этот увлекательный момент, когда мы с вами сейчас сгенерим новые проекты.